Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Валерий Соломко. Я врач, долгое время в медицине, закончил мединститут, закончил военно-медицинский факультет. Ну и мне бы сегодня хотелось с вами поговорить, где правда, где ложь, и провести в действительности разоблачение. В интернете очень часто, ну не часто, может быть, есть некоторые встречающиеся статьи в отношении компании Coral Club. Коралловый клуб «Развод», коралловый клуб «Лохотрон». Мне бы хотелось поговорить с вами сейчас на эту тему, с тем, чтобы вы смогли разобраться, смогли вникнуть. Это самая главная цель сегодняшней нашей беседы. Я вам уже сказал, что я врач, и в принципе, когда ко мне приходили в отношении биологически активных добавок, корректоров питания, я, конечно, на пущенный выстрел не подпускал их к себе, потому что прекрасно понимал, так научили меня, что БАДы, в принципе, которые состоят из витаминов, минералов, ферментов, полинасыщенных жирных кислот, они практически ничем помочь не могут, ну и навредить тоже не могут. Исходя из этого, я обычно говорил людям, не имея ни малейшего представления о том, что же в действительности такое настоящие биологически активные добавки к пище. Если вам не на что тратить деньги, пожалуйста, можете их инвестировать. Единственное, что это вам абсолютно ничем не поможет. Ну, потом так случилось, что у меня возникли определенные вопросы по здоровью. И вы знаете, то, что обычно отрицаешь, то обычно к тебе и приходит. Я стал членом другой компании, не компании «Коралловый клуб», пробыл там 2,5 года. Ну и мое мнение в отношении биологически активных добавок укрепилось еще больше, что оно ничем практически не помогает вредить. Ну, оно, естественно, не повреждает организм человека, но реально помочь абсолютно не может. То есть у меня было такое четкое укоренившееся мое мнение. Но вы знаете, когда состояние здоровья такое, что тебя прямо прижимает к стене, и ты уже дальше понимаешь, что двигаться тебе некуда, когда у тебя избыточный вес плюс 17 килограммов, когда у тебя вопросы по желудочно-кишечному тракту, по печени, по почкам, по сердечно-сосудистой системе, когда у тебя аллергия, что ты в баню пойти даже не можешь с друзьями, когда не можешь выпить 100 грамм, тогда, естественно, возникают вопросы, а что же я в действительности неправильно делаю? Вы знаете, мне очень крупно повезло, что я в своей жизни встретил тех людей с компанией «Международный коралловый клуб», которые в действительности получили просто невероятные результаты. И когда они мне начали делиться этими результатами, для меня это была просто фантастика, просто сказка, потому что я прекрасно понимал, то, о чем они рассказывают, такое в жизни практически не бывает. Вы знаете, мне эти ребята сказали просто одну единственную мудрую фразу. Валера, ты человек очень умный, ты человек грамотный, у тебя 2 высших образования, ты просто разберись, ты просто вникни. Я говорю, как я могу разобраться, как я могу вникнуть, если у меня совершенно другое мнение в отношении того, что вы рассказываете. Он говорит, ну ты знаешь, у нас было такое же мнение, отрицательное абсолютно, до тех пор, пока мы просто эту продукцию не попробовали. Знаете, когда я начал все это анализировать, я в действительности для себя смог понять, что ну, нету подводных камней. Единственное, что мне просто оставалось делать, это просто испробовать эту продукцию на себе. Знаете, что меня впечатлило? Первое. То, что в «Коралловом клубе» есть конкретная пошаговая система сохранения, укрепления, восстановления здоровья. Называется она «Концепция здоровья». То, что в медицине мне не нравилось, это симптоматика, то есть симптоматическое назначение лекарственных препаратов. Болит голова, на тебе таблетку от головной боли. Причем никто никогда не разбирается, в чем же в действительности суть этой головной боли. Почему она возникает? А причин может быть очень много. И вы знаете, то, чего не было в другой компании, в которой я был, это, естественно, вода. Оказывается, нашему организму нужна правильная вода, нужна щелочная вода, нужна структурированная вода. Я воду пил из крана, считал, что я сделаю все в своей жизни правильно. Дальше. В «Коралловом клубе» правильная вода, правильная еда, и то это все должно поступать на чистое тело. Когда я прошел противопаразитарную программу, когда я прошел очистку, когда я с помощью продуктов Coral Club привел в порядок свой желудочно-кишечный тракт с помощью системы очистки Коловада, когда я прошел 3 Коловады за 9 месяцев, тогда мои глаза начали сиять таким светом, такими лучами, что ими можно было освещать полгорода Николаева на Украине. Я в то время жил в городе Николаеве. Но вы знаете, мне бы хотелось пожелать каждому из вас, чтобы вы просто разобрались, чтобы вы просто вникли.
Если вам нужна индивидуальная консультация в отношении того, что у меня было, как я эти вопросы по здоровью решал, пожалуйста, ссылка под роликом будет. Все мои контактные данные. Ну, единственное, что мне хотелось бы пожелать каждому из вас, это просто разобраться. Потому что, на мой взгляд, компания «Международный коралловый клуб» – это, наверное, на сегодняшний день одна из немногих компаний, которая реально занимается вопросами восстановления здоровья. Почему? Потому что, первое, есть концепция здоровья, то есть пошаговый алгоритм, что нужно человеку делать для того, чтобы становиться здоровым. Второе, есть правильная щелочная структурированная вода. Третье, есть противопаразитарная программа. Оказывается, что паразиты, вирусы, бактерии, грибки, простейшие другие паразиты – это одна из основных причин, почему люди болеют, почему люди стареют, почему люди уходят из жизни. Дальше. Без очистки, хотя бы 2 раза в год, плановой, говорить о здоровье абсолютно бесперспективно. Потому что еще Гиппократ сказал, первое, свои болезни вы копаете ложкой и вилкой. И второе, не почистив предварительно организм, любое лечение – это путь в никуда. Просто вы токсины с одного места перегоните в другое место, вроде бы там наступило чуть-чуть улучшение, но в другом месте снова начинаются определенные вопросы по здоровью. Итак, дорогие друзья, подведя итог нашей краткой беседы, хочу сказать вам одно единственное. Компания «Коралловый клуб» – это в действительности флагман той компании, это образец той компании, благодаря которой можно восстановить, укрепить и сохранить свое здоровье. Я желаю каждому из вас, чтобы вы приняли мудрое, взвешенное, правильное решение. И благодаря этому решению вы стали здоровым человеком. Я желаю вам здравия и до встречи, дорогие друзья.